друзья, с вами опять поэт Михаил Андреев. Тополиный пух, жара, июль, ночи такие звездные. Вот такая песня, вот такие стихи сложились у меня. Игорь Матвиенко эти строчки взял у меня в книге. Прочитал, написал припев, выслал мне музыку. И все остальное, запевы эти все, я написал там на асфальте мелом. Ты рисуешь лето, ласковое море, трогаешь ладонью, воду, воздух, время, то, чего не знаешь и так далее. Это я писал уже на музыку. Но почему все-таки тополиный пух, жара, июль, а не июнь, как мне уже задали 180 раз, тысяч раз? Почему? Так вот, потому что в Томске в июле еще у бортиков лежит, у бордюра этот трамвай, лежит этот пух тополиный, и пацаны его даже еще жгут спичками. Жечь спичками нельзя, это я вот вам как бы сразу говорю. Но лежит он у нас в Томске еще в июле. А у меня день рождения 6 января. И вот эта песня, вот, по крайней мере, в Томске такая популярная, что 6 января поклонницы, они его летом собирают в целлофановые пакетики. И вот я открываю дверь 6 января, и весь коридор завален пакетиками с целлофановым, с пухом тополиным. И я счастлив, я его не знаю, куда деть. У меня мешок уже приготовлен, я его там сгребаю сюда, но не жгу его, уже зима. Я его просто так на улицу выношу, он смешивается со снегом. Поэт Михаил Андреев.